Здравствуйте! Приветствую вас в своем очередном видеоблоге, который я веду один раз в две недели, один раз в месяц, неважно. Ладно, это мы вырежем. Это тоже вырежем. Что еще сказать? Скоро будет новая песня. Песня называется «Так надо». Вы слышали песню мою на английском языке, надеюсь, вам понравилось. Это была моя первая песня на английском, эксперимент, так сказать. Сегодня я уезжаю в Чимкент на один день, так что, Чимкент, ждите меня, я скоро буду у вас, всего лишь на один день. Так что вот так, в воскресенье я уже буду в Алмате, обратно приеду. На следующей неделе планирую закончить уже трек с Гаспаром, который долго ждали. Уже перевелось в интригу. А потом скоро будем снимать еще видеоклип на новую песню, которая называется «Так надо». Этот клип будет помогать нам снимать Александр Дедковский. Он также помогает мне делать мои видеоблоги. Спасибо ему за его девайс, за его Canon. Canon – хороший фотоаппарат, на котором можно снимать видео, кто не знал. Что еще сказать? Заходите ко мне на страницу ВКонтакте, буду рад всем, следите за новостями, у меня только одна страница, только ВКонтакте, можете там найти мои песни, мои видео, есть там один мой клип, называется, как называется? «Твои глаза напротив». «Твои глаза напротив»? Да-да. «Твои глаза напротив»? Там снялись Василий Береговских, Александр Дедковский, там снимались также Мария Блэр, снималась Маша Цой, помогали нам профессиональные видеорежиссеры. Конечно, это была первая тема, первый блин, который многим понравился. По сей день вы его смотрите многие, тоже я получаю комментарии. Передаю привет всем своим друзьям, всем своим слушателям. Оставайтесь с нами. Да, мир всем. Короче, мир. Покупайте iPhone. iPhone – это круто. Скоро будет разработано новое приложение на Apple. Приложение будет называться 9mm, где вы сможете прослушать новые треки студии 9mm. Многие задают вопрос по поводу также, это, повторюсь, трека с Гаспаром. Трек будет обязательно, просто были некоторые трудности, потому что менялась очень, несколько раз музыка, менялась несколько раз тема, текст. Осталось только записать припев. Припев уже будет петь Нета, которая пела на английском.